Глава Чувашии попросил финансовые службы министерств и ведомств подключиться к проверке выполнения муниципальных заказов. Поводом послужили выводы контрольно-правового управления о выполнении контрактов на ремонт и содержание дорог, которые администрация Канаша заключила с компанией «Стройсервис». Напомню, 28 февраля глава Чувашии, будучи с рабочим визитом в городе железнодорожников, получил жалобы от жителей на состояние дорог. Глава отметил, что выявлено нарушение выполнения контракта. Общая сумма работ – 32 миллиона. Но в актах выполненных работ не указаны конкретные адреса, где производился ремонт. А такая отчетность вызывает вопросы. Если взять удельный вес проведенных электронных торгов, аукционов, вот директор общества «Стройсервис» является господин Жураев Виталий Михайлович, практически абсолютное большинство электронных торгов выигрывает он. Запросы котировок тоже выигрывает он. И с учетом того, что на самом деле горожане возмущались, мне вначале не было понятно, почему возмущаются. Со стороны администрации 17 контрольных мероприятий проводили, оформляли 17 актов по тем или иным выявленным замечаниям, там, нарушениям, но никаких мер дальше не принимали, кроме претензионных писем, которые направили в адрес данного общества. И на этом все.